Нормально залетел. Я так могу. Знаешь? Передос, шап принеси. И на то движение выходи. Еще рука, да? Рука, я обещал. Прям не по заднице, вот здесь вот, вот здесь вот, да. На то движение выходи. Хорошо, вот, да, отлично. Ниже спускайся. Сходи пониже. А теперь попробуй, что это пистолет. Вот образом, да. Да-да. И вот направляй. Вот туда направляй, на противника. Вот, да-да-да. И спускай. И смотри, на одном движении попробуй сразу туда. Прямо отсюда? Да, прямо отсюда. Пониже, пониже, да. Иду там маленько. Хорошо, ладно. Просто сильнее толкнись и расслабь руку. Хорошо, хорошо. И страховку смотри, типчубарен. Давай. Опа, хорошо, нормально. Можно было чуть приземлиться, нормально. Двигай, одевайся. Чёрная. Ты, Витя. Ну давай. Ты давай. Как вы со мной обращались? Я тоже бежал. Нет, я... Подойдите. Я имею в виду... Да... Нагрузка есть. Он руку слишком высоко держит. Ниже опусти руку. Руку ниже отпусти. По задницу. Руку по задницу. Не бойся, нет, рука по заднице. Да память да, умеет. Долбовок. Вот тут прямо ее держит. Вот тут. А вот сюда вот. Что-то жопу. Давай руку. Удобнее? На свете свин-паук. И как без рук, может он здесь грести, и может он же свет. Он страшный свин-паук. Он не свин-паук, он Гарри Крюгер. Руку не отсасывай, просто приосаблять. Гарри Крюгер, дай следующий одевается, также перчатку.